В Томске состоялся финал 5-го фестиваля ГТО среди семейных команд. В нем приняли участие более 200 человек из 52 регионов России. Это рекордный показатель за всю историю фестиваля. А всего за путевку в финал боролись свыше 21 тысячи человек, около 5250 семей из более 70 субъектов. По итогам соревнований определились самые спортивные семьи страны. Кошелева Ульянова из Томской области, Захаровы Васильевы из Белгородской области и Крохины из Ивановской области. Фестиваль проходит по ФЕД-проекту «Спорт. Норма жизни» нацпроекта «Демография». Благодаря ему к физкультурно-спортивному движению присоединились уже более 23 миллионов человек, 7 миллионов 600 тысяч из которых от 18 до 24 лет. Хороших вам новостей!